80-го года рождения. Баакашвили была чемпионкой мира в 2007 году. А вот в Москве на чемпионате Европы у нее бронза. Великолепно друг друга знают. Обе девушки мотивированы только на золото. Я надеюсь, что прежде всего наша спортсменка. Ну вот Баакашвили заряжена вышла на борьбу. Люба чуть-чуть так в сдерживающей манере начала работать. Хорошо правую ручку зарядила под плечо. Молодец. Подвесила, видите, висит на руке. И вот ножками начинает работать. Вот то, что надо. Это Любина манера борьбы. С ног начинать приемы. Да и великолепно она бросает ногами. Не давать голову. Не давать. Правильно. Подтягивает к себе Любу, чтобы атаку ногами опять, видите, пробует подсечку сделать. Не понял жест арбитра. Наша-то девчонка к себе подтаскивала. Вот во всяком случае, всю вот эту предыдущую фразу атаки. У Любы техника так складывается. И важно соперницу подтянуть, чтобы потом атаку ногой сделать. Баакашвили наоборот там отклячивается, видите как, убирает таз далеко. Знает, естественно, о сильной стороне россиянки. Хорошо, Любочка, хорошо, до конца не пошла. Надышится внизу сейчас в таком положении. Да. Жребий. Не самый лучший расклад, честно скажу. По-моему, красный цвет. Да. Мелькнул красный. Güneş şampiyonları adlı verilişi canlı yayınlayacak. Bu verilişte serbest güneşlerimiz... Хорошо обвивом, Люба. Молодец, молодец. Можешь отсюда. Ай, ты подломилась как на ноге. Ай, как жалко-то. Не пошла в атаку сама. Жалко, а?